Ты не мог раньше как-нибудь позвонить, что ли, блядь? Пиздец, нахуй. Не мог, блядь. Ты живой, нормально, все хорошо у тебя, как Макса, как все наши. Как тебе сказать, нахуй? Хорошо, не могу сказать, нихуя. Блядь, дай бог, что ты вышел на связь, я пиздец, как я потерял, нахуй. Каждый день, блядь, только так. Только остановилась. Да ебанутые они, нахуй, ебанутые, сука, пидорасы, блядь, без сопровождения, без чистки, нахуй, нас туда отправляют, нахуй. Но вы же ушли, где? Потом я через день туда зашел, нахуй. Я через Беларусь обратно заехал, нахуй. Как дебил ездил, блядь, один нахуй, блядь. Доездил. До Чернигова доехал, 4 километра оставалось. 400? Не, 4 километра оставалось до Чернигова само заехать. Ага. Там же мост ебанули, нахуй. Мост ебанули, короче, нас обратно ебанули. Потом за 400-м, за 80-м, за 6-м, 228, короче, за всеми ездил, нахуй. Потом наших пацанов нашел, короче, и с нашим, что короче, делался. Дальше... Они там стоят, да? А? Они стоят там, Чернигове? Ну, блядь, когда я оттуда уезжал, был этот 6-й полк там, и 80-й был. Даже мне с тобой не связи не там. 400-й? Потом 400-й, не знаю, короче. Оттуда 6-й, я точно знаю, что выехал, а за остальных сказать могу. Гадом, наверное, тоже пацаны, говорят, вышли. Что-то они тоже там какое-то мясо попали, нахуй. Вы где? Я, блядь, 9 числа заехал через Белоруссию, это в Россию, но 9 числа пока здесь, но. Сейчас все хорошо, что у тебя в отпуск? Да пойдет. А? Нормально, сейчас все хорошо. Ну, Татуха, тут вообще ничего не хорошего нету. Вот так живы пока. Машину я там ушатал, нахуй, шмотки, блядь, другой КамАЗ напиярил, потом, блядь, это, белую машину или на жвачке, там, радиатор. А чего у тебя машина? Радиатор. Ушатали, нахуй, пидорасы, нахуй. Да? Когда вместе дислокации мы меняли, нахуй, блядь, БХ, блядь, и КШМ-ка, нахуй, и Я-3, нахуй. Только заблудились, нахуй, блядь, БХ не туда поехал, КШМ-ка не туда. Я за ней 5 метров жила, как мне сзади, ну, жопу у меня уебал, нахуй. Очкова там, конечно. Ой, блядь. Короче. Тут не видят, что творится, нахуй. На дивизию пришел, блядь, под Гею нажался, что там творится, нахуй, грубо, блядь. Он говорит, я знаю, что такие команды дают, нахуй. Долбоебы комбаты, нахуй, говорит, оставайся на охране, я за тобой, блядь, танк отправлюсь, блядь. Нихуя не отправили, 80-го пацана в плен забрали, нахуй. Со второго танка Раджабова, блядь, земляка в плен взяли, нахуй. Нихуя не знаю, нахуй, я когда оттуда уехал, нахуй. До спецназера какие-то доехал, он, сука, блядь, нихуя обратно не отправляет, нахуй, это генерал-лейтенант или генерал-майор. Ну, у кого он делает, обратно в фронт. Сутки переночевали, блядь. Какая-то хуя на них нахуярила, блядь, артиллерии, чё нахуй. Потом ночью какие-то снайперами с тобой ебашили. Хуй помин, нахуй, долбоёб бы, нахуй. Лежал, нахуй, под колесами, думал, дай бог не по тебе, нахуй. И пацаны есть без стволов там, нахуй, долбоёбы комбаты, понаправляли каких-то, нахуй, других подразделений, вообще из других округов. Один суппайма, говорит, туда и обратно, нахуй. Когда стреляет, орешь на кого, где у автомата? Мне говорят, нет автомата. Такие пацаны там погибли. Понял, брат, понял. А Чилов где они? А Чилов, блядь, два дня на связи был, нахуй, блядь. И это, пропал, короче.